И снова привет, мои фанатичные фанаты. Слышал, в соцсетях только и обсуждают, что мой новый шикарный лего-фильм «Бэтмен». Это как тот первый лего-фильм, только гораздо круче, потому что он целиком и полностью обо мне любимом. Ну а поскольку таким крутым, как я, одного ролика в неделю недостаточно, у меня их будет целых два. Зацените. Привет, мам. Привет, пап. Я сегодня снова спас город. Вы бы точно мной гордились. Вот вы где! О, Альфред! Извини, старик! Это все мои невероятные рефлексы! Не стоило мне вот так подкрадываться к вам, сэр. Вы опять разглядывали старые семейные портреты? Ничего я не разглядывал. Сэр, вы ведь уже проходили через все это в 2016, и 2012, и 2008, и 2005, и в 97, 95, в 92, 89, и в том странном и непонятном 66. Я сильно постарел. Хотите поговорить о своих чувствах? Что? Нет! Не хочу я ни о чем говорить! Сэр. Нет. Сэр. Нет, 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 нет. Сэр. Не-н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 е. Бумч, бумч, бумч. Боже, хоть бы мы это записали. Не записали? Альфред, что я говорил? Всегда все записывай!